Конечно. А что? По-моему, избираться запрещено людям. Я не помню, впрочем, тут есть закон. Заключенные, ну вообще странно, чтобы заключенные голосовали, потому что они могут быть не свободны в своей воле, волеизъявления, как мне кажется. По-моему, заключенные поражаются в правах, они не могут избирать и быть избранными, если мне не изменяет память. Ну, я тут не знаю точно, честно скажу. По логике вещей, наверное, все-таки нет, потому что их голосами очень легко манипулировать. Очень легко их заставить голосовать определенным образом. С другой стороны, лишать людей даже такого гражданского права, даже отбывающих наказание, наверное, было бы жестоко. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос однозначно.